Доброго времени суток всем участникам международного марафона, онлайн-марафона по чтению священных писаний. Greetings to all the participants of the marathon of reading Sri Chaitanya Charitamrita. И у нас это второй марафон, и очень много участников первого марафона во второй марафон пришли также. This is our second marathon, and a lot of participants have come and joined us in the second marathon from the first one. Этот марафон посвящен всему миру ввиду того, что сейчас на планете очень непростая ситуация, и поэтому этот марафон он является некой такой смягчающей силой, которая поможет людям пережить эти все сотрясения. And this marathon is meant to help the humanity in this difficult situation that we are in right now, to soften the consequences of what's going on in the world. Мы будем в этот раз читать священные писания, которые будут описывать приход Бога 500 лет назад на эту планету. We will be discussing events that are describing the appearance of God himself 500 years ago on this planet. В этом священном писании, которое называется Шри Читания Чаритамрита, содержится также комментарии его божественной милости Абая Чарнарвинды Бхакти Виданты Свами Шилы Прабхупады. And in this work Chaitanya Charitamrita there are also purports comments by His Holiness Шила Прабхупада. Но мы будем читать только тексты без комментариев Шилы Прабхупады в этом марафоне. But we will be reading only the text without translations, without a purport in this marathon. Однако все остальное время и в этом марафоне и потом все участники наверняка захотят прочитать комментарии Шилы Прабхупады. But I'm sure that all the participants will want to read the purport of Srila Prabhupada. И весь этот марафон нас будут сопровождать почетные гости, которые являются специалистами или экспертами ведической науки. And during all this marathon, we will be joined and supported by a specialist in the spiritual knowledge, honorable guests that we have here today. Среди почетных гостей также будут присутствовать ученики непосредственно Шилы Прабхупады. And among these honorable guests, there are also disciples of Srila Prabhupada. Они непосредственно его видели, общались с ним и получили от него очень много вдохновения и наставлений, как развивать эту культуру ведическую в мире. They have met him in person, associated with him, and received a lot of instruction and direction how to spread the spiritual knowledge in this world. Не благодаря их искренности и преданности Шриле Прабхупаде это движение распространилось по всему миру, и миллионы людей теперь в разных конфессиях изучают книги Шриле Прабхупады. And because of their sincerity and devotion to Srila Prabhupada, so many people all over the world in different traditions are able to study the books of Srila Prabhupada. И сейчас в это время карантина, время вот этого пандемийного настроения, люди сейчас, по сути дела, как будто заперты в пространствах, в своих домах, то есть в квартирах. And now in this time of quarantine, people are locked in their houses, in their flats.
И очень благоприятно сейчас это время использовать для самоосознания. And it's a very good time to use it for self-realization. И участники этого марафона и организаторы этого марафона будут создавать определенную атмосферу в мире теперь, участвуя в этом марафоне. And the participants of this marathon all together will be creating a special atmosphere in the world by doing this together. И тем самым мы поможем людям пережить все эти сотрясения. And thus we will help people to overcome all of these calamities. Так показал опыт предыдущего марафона. This is shown by the experience of the previous marathon. Еще раз всем участникам этого марафона мы напоминаем, что наша программа этого марафона посвящена всему миру, всем тем людям, которые сейчас страдают от этой пандемии коронавируса. And again, to all our participants of this marathon, I'd like to remind that this marathon is dedicated to the entire world that is suffering now from this pandemic. И также этот марафон он посвящается Шрили Прабхупаде, непосредственному автору и комментатору Шри Читани Чаритамриты. And also this marathon is dedicated to Srila Prabhupada, who is author and creator of the purports to the text of Sri Chaitanya Charitamrita. И хотя автором Шри Читани Чаритамриты является Кришнадас Кавираж Госвами, and even though the author of Sri Chaitanya Charitamrita is Krishna Das Kaviraj Goswami, для нас Шрила Прабхупада является таким же Кришна Дасом Кавирадж Госвами. For us, Srila Prabhupada is also the same as Krishna Das Kaviraj Goswami. Потому что он донес до нас как раз это послание Шри Чайтанья Чаритамриты. Because he has brought this message of Sri Chaitanya Charitamrita to us. Он донес до нас послание Шри Чайтанья Чаритамриты на доступном для нас языке. He has brought the message of Sri Chaitanya Charitamrita to us in a language that we can understand. И мы можем убедиться в этом, что весь мир теперь может читать Шри Чайтанья Чаритамриту. And we can see this because the entire world is now able to read Sri Chaitanya Charitamrita. Это будет также наше скромное подношение Шри Прабхупаде. And this will also be our humble sacrifice to Srila Prabhupada. И также этот марафон, он посвящен каждому преданному, который будет читать Шри Чайтанья Чаритамриту, потому что эта практика поможет каждому преданному возвысить и поднять свой духовный потенциал. And this marathon is also dedicated to each and every participant who will be reading Sri Chaitanya Charitamrita, because this reading will help to elevate our consciousness and our spiritual life. Пусть у каждого участника этого марафона произойдет могущественная духовная трансформация в его сознании. May every participant of this marathon have a very great and powerful transformation in their consciousness. И возможно для многих участников этого марафона такое действие будет самым ярким впечатлением в жизни, духовным впечатлением в жизни. And it's possible that this marathon will become the most, the greatest impression in their spiritual lives. Потому что именно яркие впечатления в жизни будут поддерживать всю нашу духовную жизнь. Because our spiritual life is fed by such strong spiritual impressions. И в момент, когда мы будем оставлять этот мир, эти впечатления духовные будут нашими самыми главными помощниками.
And at the time when we will be leaving this world, such a spiritual impressions and memories will be our greatest helpers. Эти впечатления помогут нам сосредоточиться на Боге, на любви к Богу. These impressions will help us to focus on God and on love of God. И тогда наша жизнь увенчается успехом. And then our life will be successful. Это будет совершенством жизни. And this will be the perfection of life. И как сказала наша дорогая матушка Мондакини, мы все жаждем этого духовного приключения. And as our dear mother Mondakini was saying, we are all eager to start the spiritual adventure. Давайте в предвкушении этого всего марафона еще раз всем пожелаем успехов на этом пути. So let's wish everyone good luck on this path. Пусть каждый чувствует плечо другого, который бежит на этом марафоне. Let each of you feel the supporting shoulder of others who are running with you. И мы должны также понимать, что это только начало нашей духовной, ну, победы. And we must also understand that this is only the beginning of our spiritual victory. Потому что мы сейчас просто читаем одни тексты. Because now we will only be reading the text of these scriptures. Но более важную ценность принесут нам комментарии Шилы Прабхупады. But more important it will be if we read the comments, the purport of Шилы Прабхупады. И тот, кто прочитает эти три трактата, о которых упоминал его святейшество Бхакти Расайана Сагара Махарадж, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и Шри Читани Чаритамриту. And those who will read these three main scriptures that were mentioned by His Holiness Bhakti Rasayana Sagara Maharaj, Bhagavad-gita, Shrimad-Bhagavatam and Shri Chaitanya Charitamrita. И если он это все еще наполнит комментариями Шрилы Прабхупады, все эти три трактата. And if we add also the purport of Shrila Prabhupada to all these three works. То есть такое чтение принесет настоящий духовный успех. Then such reading will bring us the true spiritual victory. И это будет настоящая духовная революция в сознании человека. And it will be a true spiritual revolution in a consciousness of a person. Такой человек будет, ну, являться настоящим кандидатом входа в духовный мир. Such a person will become qualified to enter the spiritual world. Такие люди могут с собой также вести много-много других людей в духовный мир. And such people will be able to take many other people with them, to take them to spiritual world as well. Потому что такой человек будет постоянно говорить о Боге. Because a person like that will be always glorifying and speak about God. Потому что у него сознание Бога. Because he will have a consciousness of God. Оно обязательно станет таким, если он прочитает все книги Шрилы Прабхупады. And our consciousness will definitely become God conscious if we will read all of Srila Prabhupada's books fully. И в Читании Чаритамрите говорится, что такой человек становится гуру. And in Chaitanya Charitamrita it is said that such a person becomes a guru. Любой человек, который говорит о Кришне и учит этому пути, является гуру. So any person that speaks about Krishna and is teaching this spiritual way, he becomes a guru. Чем больше таких людей на планете будет становиться, тем быстрее планета выздоровеет. So the more people like that will be appearing, and the quicker this movement will be spreading, the sooner the entire world will be saved and get healthy. Давайте просить
всех своих знакомых, чтобы они включились в этот процесс в изучении книг Шрилы Прабхупады. So, let's invite all the people we know, all of our friends and families to join this reading of Prabhupada's books. Если мы говорим о выздоровлении земли, то эта практика на самом деле является самой действующей, экологической действующей силой. And if we are talking about healing the planet, this activity is the most powerful force that can do it. Делая наше сознание экологически чистым, мы также влияем на весь мир. If we, if our consciousness becomes pure and ecological, then this will affect the world around us. Это настроение нашего марафона. So this is the mood of our marathon.